Suntem un partid nou. Partid care vrem să ne ocupăm. Ну, новая партия, молодая партия, партия пачка, то есть переводится мир. Мы занимаемся тем, партия Дома строим Европу. Строим Дома Европу. Мы хотим дома улучшить. Вот только не Европу. Я хочу до Москвы. Дома надо строить Европу. Да, слушайте. Имеется в виду, что все улучшается, все в пользу граждан. Вот не то, что мы будем называться Европой или. Европа. Просто чтобы у нас была жизнь на уровне европейской жизни. Вот в чем. Чтобы пенсионерам, молодым, чтобы это все. А это. Югрюса Даупчеваич. Хочет. Тот каутсен партия Шачева, Алт партиди. La oameni numai de rang mare. Dar cu aceste persoane cine o să lucreze? De ce noi atragem cei de la Partidul Pace la orice persoană? Fie că chiar dacă o servit-o sau ceva. Așa că prin asta ne mândrim. Fii informat și să cunoască despre Pace. Fii informat și informați corect. Elena, doamna Elena, le-ați spus și de cărticele? Pot și au. У нас еще вот такой проект, есть проект книжка. То есть в советское время у каждого из нас, у родителей, там, у бабушек были такие книжки сберегательные, на котором, да, на котором ставили сберегательные книжки. Да. Все эти потом Советский Союз распался, эти все книжки где-то как-то пропали. Сейчас у нас такой проект, что мы возвращаем каждый рубль на лей. То есть какая сумма была у вас на сберегательные? А если я на свою дочку поставил деньги? Не важно. Вот есть номер телефона. Вот вы сюда звоните. Вам тут всю подробную информацию дадут. По поводу этих книжек, что, как дальше, куда обратиться. Сколько денег мои родители, дедушки потеряли, бабушки, на этих книжках? Ну, сейчас возвращают. 1 рубль. У нас есть инициатива. Книжки остались, а деньги нет.